Всем привет, всем привет, меня зовут Максим, канал GG Family, смотрим игрушечку под названием Lake, то бишь озеро, река, в общем, не то, что вы подумали, так что погнали, это какой-то то ли квест, то ли бродилка, ходилка, изучалка, что-то типа того, в общем, немножечко посмотрим, что за игра и пойдем дальше в другие игры, потому что что-то очень много их у меня накопилось в последнее время. Немножечко подзабил я на записи вот этих вот игрушечек, которых мне выдают бесплатно, чтобы я их записывал по чуть-чуть, понемножку на обзор вам. И давай, машинка, быстрее загружайся. Вон там, видите, справа едет. Едет куда-то, едет и не может доехать никак. В общем, еще и испытываю новый вариант записи. И вроде бы пока неплохо получается по качеству, по звуку и по удобности. В общем, скорее всего, так и буду дальше делать. Очень много времени освобождает. Не надо теперь рендерить. Так, это что-то не та игра какая-то. А, все, ладно. Забавно, что из-за программы, созданной для облегчения планирования, я не попадаю на праздник в честь Дня труда. Но я рада, что мы успели в срок. Так, мы за какого-то программистку играем. Как же здорово, что впереди 2 недели покоя в родном Providence Окс. Звонит телефон. Да ты что? Правда что? Hello? Алло. Мердит, это Стив. Надеюсь, я не разбудил. Я только вернулся домой, звоню спросить, все ли в порядке. Привет, Стив. Yes, да, мы успели в срок. Блин, а почему это не уходит? Мышка. Хорошо отдохнули? Ну да, музыка была отпадная, а Майк упал в бассейн. Ха-ха. Блин, классный у нее ноутбук, кстати. Или это такой стационарник? А потом Раю ставил плохо, нет, Брайану, и он тоже упал в бассейн, нет, Рой. В общем, расскажу завтра, после обеда. Хорошо, давай завтра. Я уезжаю на 2 недели, забыл? Ох, точно, тебе оно надо, 2 недели, это же целая жизнь. Но если еду, то надо. Да, Стив, мне надо, но я продолжу тестировать Edit. Ну ладно, отлично. Извини, мне еще надо поспать. Самолет рано утром. Понял, хорошо долететь, Мередит. До связи. Спасибо, что встретили мистер Колман. Мистер Колман? Просто Фрэнк, в конце концов, мы теперь коллеги. Ладно, Фрэнк, спасибо, что нашли для меня время в День труда. Не за что, Мэридит. Мы, почтальоны, должны друг друга поддерживать. Твой отец в свое время выручал меня 1000 раз. Надеюсь, я его не посрамлю, но он, наверное, и дня не пропустил. Уверен, ты отлично справишься. Знаешь что, давай по дороге завезем почту по нашему славному городку. Конечно, поможем мне освоиться. Вот и славно, готовься к старту. Так, ну пока прикольно, графика симпатичная в стиле Lake. А, в стиле... как же она называется, игра-то? Там, где про мужичка на асфальтной вышке. Это озеро, оно еще красивее, чем мне запомнилось. Мне, наверное, никогда не надоест его объезжать. А вот и первая остановка. Каков план, сэр? Разносить почту легче легкого, хотя иногда приходится потаскать тяжесть. Возьми сумку, подойди к почтовому и... что-то там... Меня... А, все, пропала наконец-то мышка. Так. Я подошел, я нажал. 103 High Street. Взять. Это вот... Что-то синса такая бешеная. Подождите, настроечки. Так, по звуку вроде бы. Что я хотел? Игровой процесс. Управление.
А, во. Вот так вот, наверное. Подтвердить. Все равно, как бы, очень. Еще два меньше. Что-то ничего не меняется. Ну ладно. Так, я туда. Так, это 300-й ящик какой-то. Ну, я нажал. Но я же нажал. Take your time, Miss Weiss. They never start a game until Frank Слушай, Coleman не has turned on his под на TV. этого, что ли? А что ты не можешь положить-то? Это же почтовый ящик. Ну я же не дебил. Но это только... Не, ну серьезно. Все, игра сломалась. Почему у меня? Знаешь, что мне нравится в бейсболе? Когда не пропускаешь начало. Да я с удовольствием бы доставил эту сраную посылку. Она, видишь, не доставляется. Может быть, мышкой надо? Нет. Я зажимаю, нажимаю. Ctrl, караул. Она подходит и ничего не делает. Слышь? Ты мне какую-то не такую посылку. Как я посылку-то в эту фигню засуну? Это, похоже, не то. Да я не тороплюсь, не переживай. Убери мышку мне. Спасибо. Но других ящиков я не вижу. Вряд ли же в коробку кидать. А, ну тут закрыто. Я вообще зайти, кстати, не могу. Она подходит и ничего не делает. Ну-ка, подожди. Пропустить. Давай пропустим. Что-то не работает, короче. Что-то сломалось. Блин, а выглядит хорошо, а что-то сломалось. Вторник, 2 сентября, утро. А, я вспомнил, кстати. Доброе утро, Мередит. Готова к первому рабочему дню? Firewatch. Во. Firewatch. Firewatch, да, вот так вот. Она называется, игрушка прикольная. Катя стримила или записывала, я точно не помню. Good morning, Frank. Доброе утро, Фрэнк. Всегда готов. Отличный денек. Дорога зовет. Я уже закинул сумку с письмами и загрузил посылки. Можешь выезжать? Да, чуть не забыл. На случай, если потеряешься, в салоне есть карта. Спасибо, очень кстати. Счастливого пути. По пути. Поехали. Поехали, сейчас как доставим. Подойдите к передней двери фургона. Ну, ладно, тут хотя бы она села. М это карта. Мы здесь. Это куда надо доставить, да? Сюда мне надо. Main Street. 103. Я так понимаю, что тут показано, куда мне надо заехать, да? Надеюсь, что так. Ну, я как бы тут главный в городе. Могу вот так припарковаться, и как бы ничего мне никто не скажет. Сюда мне надо посылку, опять же. Сейчас опять проблемы, мне кажется, начнутся. Так, подожди. Main Street 207, да? Правильно же я понимаю. Карта на М. Магазин. Какой адрес? Да блин. Да как? Да как? Да почему? А, все, понял. Ну да, это 200... 207 Main Street. Я же смотрел. А куда мне надо прямо этому отдать? Здорово, тебе посылка. Здравствуйте, я принесла вам почту. Недавно в городе, лицо как будто знакомо. Но я здесь выросла, 22 года назад уехала в колледж. 22 года назад? Столько не живут. Меня тогда звали Нэнси Синатра, а не Нэнси Рейган. А теперь, значит, вернулись, и я знаю, как это бывает.
Честно говоря, я только на время сюда, на 2 недельки. Я тоже так говорила много лет назад. Дождь, что ли? Не знаю, дождь. Может быть, дождь. Все, я дал посылку. Отлично. Посылку отдали. Все, погнали дальше. Так, мне теперь письмецо. Письмецо? Бегать я не умею. Да... Блин, далеко идти пешком. Просто она очень долго садится в машину. Ну, не то чтобы долго, конечно. Так, где-то сюда мне... Где-то сюда. Где-то тут, где-то так. Письмецо мне надо отдать. Так, зайти я сюда не могу. А, вон туда шли. Все, я понял, через дорогу, оказывается. 103, это у меня есть, это я знаю. Вон, кстати, олень с этой заставочки. Раньше тут жили шугарманы, а на конверте написано могил. Видимо, съехали. Ну вот, правильно. Как, кому я мог там посылку отдать? Мне, наверное, не надо было ее вообще брать, эту посылку самую. Скорее всего, так. Как бы вообще почтальону могли на велосипед какой-нибудь дать? Что я тут на такой на большой машине? Я бензина, мне кажется, тут больше трачу, чем писем развожу. А куда? Куда ты, дурачок, шли? Не-не, серьезно. А, все, поехали. Так, сюда мне надо посылочку 500 Lake Road. Остальные все здесь, да? Ну, давай тогда сначала направо поедем, получается. Тут письмецо и две посылочки. 200 Lake Road и 300 Lake Road. Окей, выходим отсюда. Все, поехали, правила не нарушаем. Ну, я постараюсь, по крайней мере, это делать. Это начинает мне нравиться, что именно. Не, вот так, ну, серьезная игрушка. Выглядит хорошо, выглядит очень хорошо, очень красиво. Ах, величественная река Амброуз. Так, я так понимаю, что нам сюда. Стопэ. Да, может быть, даже удобнее играть было на геймпаде. Но уже как бы я не буду переделывать ничего. Так, тут где-то посылка. Это вот 200, да? Lake Road или кто он там? Сюда посылочку. Вот она, да? Well, hello, привет, пушистик! А, да тут, смотрите, тут кисок очень много. Так, сюда я не могу положить. Надо, наверное, на крыльцо. Я не знаю, куда вот эти посылки доставлять. Может быть, кошке надо какой-то отдать. Позвонить. Ну да, посылки доставляются вручную, получается. А, смотрите, Женевьева, новый почтальон. Как тебя зовут, дорогуша? А, Женевьева, это кошка, что ли? Мисс Дженкинс, я Мередит... Мередит Вайс. Вайс, ну конечно, ты дочка Эмили. Это Мередит Вайс, Женевьева. Она жила в нашем городе много лет назад. 22 года назад. Но кого это волнует? Неужели прошло столько лет? Это было почти 2 Женевьевы назад. Мяу. Тише, Женевьева. Ты будешь жить вечно. Не будет. Ты ведь меня помнишь? Как можно забить мисс Милдер Дженкинс и ее кошек? Кажется, их стало больше. Да, я люблю кошек. Это преступление. Что с тобой, если их стало чуть больше? Да, нормально, все, что ты переживаешь? Вот это Женевьева, а это Томас и Оливер.
Так что ты привезла мне посылку? Ты что, не видишь, что ли? Да, мам, кажется, это плюшевый медведь. Форма как у медведя, мягкий на ощупь. Кто-то решил разбавить кошачье царство? Любим ссывать нос в чужие дела. Фрэнк бы никогда не стал щупать посылки. Да ну тут видно же все. Да что это? Простите, я не знала, мисс Дженкинс. Я не со зла, мисс Дженкинс. Наверное, очередной подарок от сына. Он делает все, чтобы заслужить прощения. Нет, бы заехать самому. Думаю, он хочет как лучше. Просто немножечко занят. Так он говорит, ты тоже, наверное, говоришь это бедняжке Эмили. Ты слышишь, бабуля, отвали уже, мне пора. Что ж, не буду тебя задерживать. Да-да-да, вот не задерживай. Беги, дорогая, передавай Эмили привет. До свидания, мисс Дженкинс. Женевьева. Мяу. Мяу. Фух. Я уж думал, мы оттуда не уйдем никогда. А потом... кошки съедят меня. Или залижут до смерти. Еще пара дней, и эта карта мне не понадобится. Да я и так как бы на мини-карте-то вижу все. Так, сюда посылка. Это, подожди. А, 300... Вон, там видит, показывает, да? Это 300-й. Lake Road. Походу, тебе надо отдать. Слышь, я к тебе вчера приезжал тут на обучение, а тебя не было, и что, я ничего не мог сделать. Привет, у меня доставка по этому адресу. Вы не Фрэнк. К счастью, сомневаюсь, что усы будут мне к лицу. Ага, смешно, но это не объясняет, почему Фрэнк отдал вам ключи от кого, бля? Ну, гусак же, вот это белая колымага. Я Лори, механик. Providence Oaks. Я забочусь о гусаке. А я дочь Томаса. Это считается? Томас, да, пожалуй, считается. Отец меня с пеленок учил в Providence, круче меня никого нет. Окей, ладно. Ладно, работа зовет, думаю, вы можете ездить на гусаке при одном условии. Каком? Чуть что не так, везите ко мне, ладно? Хорошо, не вопрос вообще. Хорошо, договорились. Я вообще без проблем. Супер, Фрэнк вам уже говорил про радио? Нет. Она ловит только местную радиостанцию. И иногда врубается. Ты же механик, что не починил-то? Если что-то случится, просто тресните по приборной панели, должно помочь. Я над этим работаю, честно. Хорошо, спасибо, Лори. Пожалуйста, мисс Б. Или В. А, она же В, наверное, все-таки, Веллори. Так, я тут проеду, ладно? Включим радио. Так, выключим радио. Потому что это может быть паливная музыка. Блин, далеко, конечно, ввести это письмо. Ну, а что делать? Так, тут где-то был медвежий ручей. Я говорил что-то про велосипед. Нет, хорошо, что у меня не велосипед. Потому что я бы вообще никогда не доехал до этого места на своих двоих. Точно, мне вершище из старого склада леса... Кого? Лесоматериалов. Это заяц? Фу ты, блин. Я думал, медведь. Медвежий ручей же все-таки. Выходим. Выходим. Так, сюда письмецо. Сюда письмецо. О, новые лица. Именно так, я привезла вам почту. Не будем дерзить. Славно, я Роберт. Приятно познакомиться. Взаимно, я Мердит. Вот ваша почта.
Спасибо, прямо сейчас ее откроем. О, какого? Не буду отвлекать, хорошего дня. Да, спасибо, и простите, вы не виноваты в этом дерьме. Да, конечно, я-то не тяну, при чем? Вообще ни при чем. Можно было, конечно, там поинтересоваться, но я уже хочу там... побыстрее отсюда уехать, все-таки, мало ли, медведь сейчас придет какой-нибудь. Это же расслабляющая игра, а не про медведей. А потому что, ну, серьезно, вот мало ли. Мало ли. Медведь какой-нибудь выскочит. И что я буду делать? Посылку в него кидать буду? У меня одна всего осталась. Так что, поеду. Осталась у нас одна посылочка. Самая дальняя. Ну, в принципе, по прямой еще поедем. У нас там стираются деревья. Рисуются дома. Ну-ка, радио. Не буду рисковать. Не буду рисковать, потому что мало ли. Придется потом вырезать. Будет тишина у меня. Не хочу, не хочу. Лучше вот будем ехать. И это, я не знаю, сами будем петь. Это что там такое? Это какая-то... Как это называется? Как называется? Что за замок на воде? Прикольный такой. Это же какой-то дом или правда замок. Может быть, раньше там не было воды? Может быть, его затопило? Или это глюк? Что это такое? Серьезно? Не, ну к нему дорога есть. Значит, это не глюк. А, все, я понял. Все, я понял. Это просто издалека не прорисовывалась земля. Окей. Так, тихо, надо посмотреть сначала по сторонам, а не так в это. Закусочная сцена. Она теперь называется УМО. Я тут приваркуюсь. Надо аккуратненько встать на одно место. А то как это... Как нехорошие люди у меня перед домом ставят на два. Все, идеально. Так, у нас посылка, да? Посылка. Посылка, берем, значит, посылку и идем. Идем сдавать. Осталась она одна. 500 Lake Road. Вот, блин, очень хорошо, что на мини-карте написано, в каком месте мы сейчас находимся. Алло, алло, моля. Мередит Вайс? Глазам своим не верю. Подойди-ка, милая, дай взглянуть на тебя. С ума сойти. Совсем не изменилось, если не считать пары морщин и пары седых волос. Ну, спасибо. И вам доброго дня, Морин. О, не обижайся, тебе идет. Это типа я... Возраст только красит человека, говорю я. Зеркалу. Давай, садись-ка, рассказывай, чем живешь? Ладно, но только ненадолго. Я знаю, что ты занята. Подменяешь Томаса. Сорока на хвосте принесла. У нас тут новости разносятся быстро. Итак, кофе или чего покрепче? Сразу говорю, отказ не принимается. Крепкий кофе. Мне как будто снова 17, Марин. В таком случае добро пожаловать, милая. Итак, два кофе и кусок черничного пирога, если не ошибаюсь. Одно время ты приходила после школы и заказывала его почти каждый день. Вы меня знаете как облупленную, Марин. Тут ничего не изменилось. Эшли, один черничный пирог. Эшли, присмотри за баром, мне нужно отойти. Все, у меня перерыв. Ты просто чудо. Эшли? Матерь Божья, что у тебя там происходит? Все в порядке? Наверное, нет.
Господь всемогущий. Не обижайтесь, Марин, но я, наверное, все-таки пойду. Сначала крыша, теперь это. Этот мальчишка притягивает неприятности. Что, у вас там крыша упала, что ли? Прости, Мередит, сама видишь. На следующий раз я тебя так просто не отпущу. Заглядывай почаще. Вернитесь в почтовое отделение. Блин, сколько у нас? 25 минут. Давайте заканчивать, наверное. Игрушка прикольная. Чисто походить, поотдыхать, поизучать эту историю. В общем, может быть, Катя там... А Катя вроде бы записывала тоже ее, так что, если что, на ее канале должно быть видосик. А может быть, уже и не должно быть. Так что, ладно, в любом случае, заканчиваем. Всем спасибо, ребятушки, за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. На этом все. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока.